предоставление выходных в период празднования Курбан-Хаита – это дополнительная возможность для развития внутреннего туризма. Разнообразие достопримечательностей, уникальная история и неповторимая красота архитектурных сооружений нашего края неизменно восхищают и зарубежных туристов. Для того, чтобы путешествия были комфортными и запоминающимися, профильными организациями и ведомствами создаются благоприятные условия для туристов. Материалы с Бухары далее. Бухара – жемчужина Востока. Город многочисленных легенд и преданий. Его богатое историческое прошлое, величественные памятники архитектуры, предметы старины вызывают восхищение, ежегодно привлекая внимание как местных, так и зарубежных туристов. Поток гостей увеличился и за счет дополнительных выходных, объявленных по случаю праздника Курбан-Хаит. По случаю Курбан-Хаита в течение 5 выходных дней объявлены скидки от субъектов предпринимательства. К примеру, со стороны гостиниц и отелей действуют скидки от 5 до 50%. Это касается и сферы транспорта, и обслуживания. К тому же в местах наибольшего посещения туристов проводятся различные социальные опросы для повышения качества обслуживания. По случаю 5-дневных выходных все государственные музеи Бухары работают с 8 утра до 10 вечера. Это положительно повлияет на увеличение числа туристов, посещающих музеи Узбекистана, так как они успеют познакомиться с многообразием нашей культуры. Жаркая погода не помеха для знакомства с достопримечательностями Бухары, ведь для приятного времяпровождения гостей здесь создана соответствующая инфраструктура. Воспользовавшись выходными днями, приехала с семьей в Бухару. Хочу показать детям знаменитую крепость Арк. С удовольствием посещаем и другие достопримечательности города. Если обратить внимание на цифры, то в этом году данный регион посетили более 2,5 миллиона человек. Из них 1,8 миллиона – местные туристы, количество которых по сравнению с прошлым годом увеличилось почти в 2 раза. Поток же иностранных гостей возрос в 3 раза. Я из Индонезии. Я приехал в Узбекистан с супругой. На 3-й день нашего пребывания в Узбекистане посетили Бухару. Мне очень понравилось качество оказываемых здесь услуг, сервис. Еда заслуживает особого внимания. Я был очень удивлен добротой ваших людей. В общем, море впечатлений. Исторические места просто уникальны. Все отлично. Я очень счастлив. Повышение туристического потенциала региона способствует улучшению экономического показателя области. Так, по последним данным, объем прибыли, полученный от оказанных тур-услуг иностранным туристам, достиг почти 140 миллионов долларов. Если прибавить к этому и местных туристов, то эта цифра возрастет вдвое.